первый матч дался для нашей команды тяжело, честно сказать. Большую часть игры провели в обороне. Первый период был вообще нервозный. Вот туда прямо, вон прямой иди, вон видишь, берем. Автомобилист больше атаковал, закидывали шайбу и бежали в нашу зону. А мы больше оборонялись и откидывались. Хорошо, что считаю, что матч сложился, конечно, удачно для нас. Все так закончилось, хорошо, что так закончилось. Ну, тебе самому приятно начинать сезон в городе, который тебе дорогу в КХЛ, можно сказать. Да, да, я очень доволен, что первый матч именно здесь состоялся в этом сезоне. Снова у тебя первая шайба, как в старые добрые времена. Ну да, можно сказать, повезло, партнер все сделал, дал пустые ворота. Мне оставалось только забить. Большое спасибо. Очень красиво. Коль, в целом, как тебе в Череповце? Как у вас атмосфера, как настроен сезон? Ну, атмосфера хорошая, город небольшой, ну для хоккея все условия созданы. Так что остается только ни о чем не думаешь, играя в хоккей. А так атмосфера в команде отличная, все друг друга поддерживают. Ну и начали с победы, надеюсь, так продолжим. В Екатеринбург не по хоккейным делам заезжаешь? В этом году не заезжал, ну год назад, когда играли. А так, в принципе, ну, может быть, даже и сюда переедем жить. Не знаю, как с женой думаю. Когда закончу? Успел пообщаться с ребятами? Ну, так, мельком. Ну, только на льду, да? Ну, да, да. Что, времени не было, вчера поздно вечером приехал. Сюда. Ну, выстрелили, вратарь помог. Я говорю, что весь матч мы играли от обороны, можно сказать. У них было много моментов. Нам где-то повезло, где-то выручил вратарь. Выстрелили в целом, дотерпели до буллитов. Ну, там уже мастерство, конечно, наших отдельных игроков. Ну,